Добрый день. Инопланетяне найдены, то есть это уже абсолютно точно, уже указана планета. То есть селятся они вот так вот, то есть домик, дорожка, и у них получается вот такой вот спрут. Вот такой вот спрут, который покрывает по размерам примерно две Европы вместе взятые. Это если взять Францию, Италию, ой, это Италия вообще маленькая. Если взять Францию, Германию, Испанию, крупные такие страны, Польшу, все вместе, там всякие Португалии, Австрии, Чехии, все-все мелкие вместе взятые, и умножить на 2, а то и на 3, то мы примерно получим площадь, равную той площади, которую занимают инопланетяне. То есть они живут так, спрут у них. Домик, дорожка, и они покрывают вот такую вот территорию. Просто каждый живет отдельно из инопланетян. Домик, дорожка. Тут сеть спрут называется. Инопланетный спрут такой вот. Инопланетный спрут. И как бы без вариантов он покрывает всю эту территорию. Мы потом ее сравним с Европой по размерам, покрывает всю эту территорию. Ну и она такая новенькая, активная территория. То есть, как только они селятся, они трубу просто втыкают в землю. Ну, там, я не знаю, газ, нефть или спайс какой, но они это находят. Все такое новенькое. Газ, нефть, спайс. Газ, нефть, спайс. То есть, они все это, значит, роют. То есть, масштабы этого спрута, ну, то есть, это невозможно показать в ролике. Ролик будет 10 часов, если вам буду показывать, как вот инопланетяне заселились, вот этот вот весь спрут. То есть никакого времени не хватит. Ну, давайте мы как бы вам покажем какие-то основные красивые крупные поселения, такие вот в живописных местах. Такие вот они вот такими вагончиками перемещаются, вот добывают, значит, свой спайс, добывают. И говорят, дорог нет. Ну, территория 2 Европы, 2 Европы, сплошные дороги. Сплошные дороги, хорошие качественные дороги от спрута к спруту. И тут, значит, и по всему спруту. И вот эти вышки, 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 значит, вышки, 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 вышки. И прячутся друг от друга за лесом, понимаете? Вышки, 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 вышки. А там, где большой у них этот слив спайса, там емкости, такие вот емкости, емкости, такие, знаете, все новенькие емкости, все новенькие трубы, знаете, вот прям масштаб поражает. Размером 2 Европы, ну вот не соврать. То есть потом сравним со всеми этими странами, убогими, европейскими, все вместе их сложим. Вот видите спрут, масштабы спрута какие? Вот видите, все новенькое, отсыпочка новенькая. Это они, может, приготовились еще втыкать, а может, уже воткнули. Но здесь уже вот воткнули и втыкают. То есть, видите, у них все как бы втыкается, все втыкается у них, хорошо вот так вот втыкается. То есть, спайс качается, спайс качается, спайс очень дорогой спайс. Спайс прям дорогущий, дорогой, такие шеренга, и качают, и качают, и качают, качают, такой, ну, при такой, как у нас, знаете, там, Роснефть, Сургут, Газпром, такие вот инопланетяне качают, значит, этот спайс на территории, равной двум по размерам, как бы, Европам, и я не вру, как бы, это все, как бы, вы можете посмотреть. То есть вот у них СНГ причем подписывают, СНГ свои крыши подписывает. Вон как красиво. Сейчас чуть не завертелось, вот чуть по кругу не завертелось. Такая красота. То есть вот только немножко, значит, сбило мне, значит, всю эту планерку. 2D, значит, 3D. И пошло по кругу, поехало. И пошло-поехало по кругу. Сейчас вот тяжело будет ловить инопланетян. Нужно будет дождаться, дождаться, чтобы вот подъехало и что-нибудь поймать, какие-нибудь, опа, емкости какие-нибудь поймать. Видите, крупные, новые, большие емкости такие вот. Крупный, хороший. Размер, не вру я вам, про размер 2D, 3D. Размер их болот огромен, инопланетных. То есть, как бы, что тут врать-то? Как бы компас давайте-ка сделаем нормальным. То есть, они живут вот в заполоченной местности. Вот такие вот болоты. Болоты такие, да? И все эти болота покрыты вот этими вот лужами. И вот они спайс собирают. Такое вот новенькое все, хорошенькое, красивенькое. Это я на одном как бы браузере, а другой есть по браузер, не круглый такой, попроще, Maps называется.
А, там как бы вообще качество хорошее. Это я здесь, чтобы иногда прокручивалось по кругу, взял, да. Тут как бы видны вот эти вот, да, спруты видны. То есть все в спруте. Все в спруте. Спрут просто спрутнейший. Просто спрутнейший. Все качают, качают, качают. Качают, 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 качают. Что тут у них? Чего только у них тут нет? Да, вот вынесли сюда. Вот что они вынесли сюда? А, вот, вынесли. СНГ, СНГ подписывает. Давайте. 2D, 3D, чтобы у нас СНГ крутилось. СНГ крутится, крутится. Смотрите, масштаб, масштаб крутится. Красиво крутится. Очень хорошо, очень хорошо. Ой, как много всего. Ой, как еще тут как бы емкости. Но давайте 2D еще. 3D, значит, запустим 3D. Оно крутится, вот крутится размером. И сразу компас включаем. А, все на месте. Почему? Потому что если мы направо пойдем, куда мы придем? Мы увидим снова инопланетяне, снова спрут. Все работает, все новенькое, все хорошенькое. Везде дырочки, дырочки спросверлены. Дальше дырочки сверлят. А ведь между этими, вот площадка готова. А между этими дырочками, допустим, можно и вот тут дырочку просверлить, и вот тут просверлить дырочку. И будет все вот по-прежнему. Будет все по-прежнему вот оттуда качаться. Оттуда качаться, вот в такие новые емкости сливаться. И давайте масштаб все-таки спрута. Вот примерно кинем масштаб спрута. Сделаем так, чтобы еще спрут видеть и посмотреть. Вот спрут, 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 спрут. Не хотите? Ну давайте проверим. Вот если вот тут спрут. Здесь спрут есть. Огромный спрут такой. Вот тут вот спрут, и тут спрут, и тут спрут. И тут, не поверите, те же самые емкости. Ну вот вы видите, их специально уже замазывают, чтобы не видели. Все новенькое, все хорошенькое, все вчера сделанное, да. Ну там, может, год-другой, и все вот в этом спруте. Бесконечный спрут, бесконечный спрут. О, в масштабы представляете, да, этих дырок. То есть бесконечный спрут размером с Францию, плюс Германия, плюс там, я не знаю, Испания, все это бесконечный спрут на огромной вот такой вот болотистой территории, где все новенькое. Вот это все новенькое. То есть если тут один день взять, ну тут один день это несколько миллиардов, наверное, долларов. То есть один день добычи, вот то, что вот этот спрут на размером 3 Европ примерно равен 10 лет вся страна с бесплатным бензином. Ну, примерно. Вот такое у меня впечатление создалось вот от этого безграничного спрута. Спрут везде. Инопланетяне везде. У них между ними эти вот инопланетные дороги. То есть вот основная, значит, заболоточная местность, да. Но, тем не менее, куда ни ткни, куда ни ткни. Везде спрутяра. То есть везде спрутяра. Вот тут вот не дают как бы сильно приблизиться, да, нам, инопланетяне. Но вот здесь вот приблизиться можно. Тут качается, тут качается, тут качается очень хорошо. Очень хорошо качается. Новенькая отсыпочка везде качается, качается. То есть спрут бесконечный. Спрут размером с 2 Европы, я не совру. То есть это все спрут, это все спрут, и это все спрут, и это все спрут, и это все спрут. И даже вот это спрут, спрут, он, не поверите, он, спрут, спрутяра, спрутинелла, спрутинелище. Спрутинелище тот еще, значит, он спрут. То есть нам нужно где-то на таком вот расстоянии ходить, чтобы вот этот спрут видеть, что он не исчезает. А что он не исчезает, что он не вот тут вот не исчезает, не в этом поселении, значит, спрут не исчезает, не вот тут даже он, значит, не исчезает. Все спрут, везде спрут. Отъезжаем, отъезжаем, там куда-нибудь уже сходить, куда-нибудь, черт знает куда сходить, а везде спрут. А, то есть куда ни сойди, везде вот эти лужи их, лужи, вот эти пятна их, пятна, из земли прям брызжет, понимаете, из земли брызжет. Вот тут они стоят, вот дырочек наделали. И откачечка. А где-то просто там куча машинок стоит, таких, знаете, с цистернами. Вот они возят, вот речка. Оп, все. Все, едет Ромео на коне. Весь, как говорится, в нем. Вот тот, вот тут вот они, спайсик сложили, новенькое, хорошенькое. Значит, спайсик сложили, сложили свой маленький спайсик. Везде, везде спайсик, везде. Территория 2 Европы.
Две Европы. Ромео на коне столько не проедет. Он едет когда на коне, он весь, ну весь, ну, сбруя весь, волосы, ну вы. Приезжает он в замок Джульетты и говорит: Джульетта, скажите, пожалуйста, а где здесь можно по... Ехал Ромео на коне весь. Ну, то есть, это все везде, значит, да, вот это Спрутелла. Ну, все, уже идем, вот они. Вот они, это все Спрутелла. Это все Спрутелла. Это все Спрутелла размерищем. А, значит, этот Спрутелла у нас размерищем. А, с две объединенные, с два Евросоюза. Размер вообще Спрутелища. Два Евросоюза размер у Спрутелища. Два Евросоюза. Вообще полностью дорог. Два, вот домик и дорога, домик и дорога. Вот инопланетяне, да? Домик и дорога. К чему я это говорю? Домик и дорога. То есть мы имеем, значит, на момент, вот сколько я уже смотрю, устал смотреть, 10 минут смотрю, мы имеем завод размером с 2 Европы или 3, завод размером, который круглый, этот, есть там один сидит товарищ в тюрьме, он все любил дворцы показывать. Ну, дурачок, ну а что, дворцы показывает, не надо показывать следствие, нужно показывать первоисточник, откуда это все берется. Ему ни мозгов не хватило, что ли, вот этот спрут включить. Вот этот спрут включить, значит, там, я не знаю, ну вот размером просто, и как развивается. Смотрите, свежий песочек. Еще будут дырить. Еще будут дырить, значит. Не хватило ему мозгов взять просто вот эту спрутеллу, значит, включить, показать, откуда это все. Потому что если вот это вот все официально, я не знаю, оформлять и декларировать, то, извините, ребята, то есть, извините, завод размером с две Европы не может сегодня по НТВ собирать мальчику на кресло инвалидное. Сегодня собирали мальчику на кресло инвалидное смс-ками. Завод размером с два Евросоюза. С два Евросоюза спрут. Вообще нет места, где бы спрут не приспрутился. Где бы спрут не приспрутился. То есть я вам не просто не показываю эти огромные там, я не знаю, уже тебе переработки, просто там не попал на них. Но спрут как бы не приспрутился, да, как бы размером с два Евросоюза. Но как бы вот иногда вот попадались такие красивые ГП, РС, СГ, понимаете? Вот это вот спрутелла, да. То есть, ну, такое же вот, как вот здесь вот, только вот огромное. Это просто тыкать, не перетыкать. То есть тыкать, не перетыкать. То есть если я буду вам это все показывать, то есть это нужно 10 часов показывать. Вот эти вот емкости красивые, новые, показывать 10 часов. Завод размером с 2 Евросоюза ребенку собирает, короче, на это кресло инвалидное 200 тысяч или 100 тысяч, сколько оно там стоит. Значит, это мы еще куда-то не ходили, значит, вот сюда вот мы не ходили, да. А это как бы известное название, да, известное название. У них тут свои спрутики везде. У них тут свои спрутики везде. У них как бы такие тоже спрутики, знаете. Неплохие как бы спрутики. Везде вот они спайсик, спой, спайсик. Вот это вот бесконечное размером, чтобы видно, вот везде видно. Вот везде закинут спрут. Нету. Уже нету где-то без спрута чего-то, без спрута просто нету. Ну вот просто нету. Ну куда ни пойди, мы везде видим инопланетян. Инопланетяне, просто инопланетяне. Везде. И как вы, и что, и где? А вот смотрите, как бы, а вы не верили? Ну ладно, давайте на 2D посмотрим. Ну, то есть вот это вот. Это прям основные, как бы, дыры, да, там другие их дыры поменьше. Здесь тоже все в этих вот, вы не подумайте, как бы здесь оно такое все болотистое, хорошенькое. То есть, ну что, где-нибудь, может быть, вот может, мы найдем что-нибудь без спрута, вот без такого вот спрута, ну такой вот как бы спрутик такой неразвитый, куда-то там идет, да, неразвитый. А сюда, а вот здесь, а здесь что? А не может быть. Да нет, да ладно, да подождите. Что? Снова вот такой вот, снова вот такой большой, снова случайно опять спрут. Значит, но как бы и вопрос.
И вопрос, ну даже вот взять последние 10 лет, вот сколько, вот сколько выкачено, да, а сколько вот за аренду заплачено. То есть все-таки инопланетяне тогда должны, может, за аренду какую-то и платить, но они почему-то вот эти вот сети свои спрут раскидывают, вот раскидывают их везде, вот везде. За аренду вообще не платят, я так понимаю. Что-то люди жалуются постоянно, что-то, значит, видимо, за аренду не платят, но когда-то же должны платить, это же спрут, то есть это же везде. Это же завод размером 2. Завод размером, вы можете сами зайти и проверить, завод размером с 2 Европы. То есть завод раз 2, вот емкости новые еще будут ставить. И вот на вот таких вот этих своих Spice мобилях они этот Spice, знаете, возят, перевозят, где-то у них трубы, все по трубе где-то у них, где-то просто так вот, значит, как бы. И вот, ну вот, раскопали, воткнули, воткнули свои эти дырочки, да, везде, подраскопали, воткнули. И рассказывают, главное, басни. Рассказывают, главное, басни, что вот, видимо, вот этого всего, вот этого спрутелла, вот это зимний период спрутелла, видите, зимой они выглядят вообще такие вот. Как бы, говорят вроде как, может, что этого нет, может быть. Может, это вообще все неучтенка инопланетная, потому что, ну, деньги исчезают. Точно не на планету, как бы Земля возвращается. Но вот это вот из Ноябрьска, да, но как бы оно, да вряд ли оно как бы... Вот опять, смотрите, спайс сложили, спайс, то есть, у, как сложили, хорошо. То есть, навряд ли оно куда-то идет, потому что если бы это шло, то есть это вообще, вот это вообще не учтенка. Вот это вот Испания плюс Франция, это не учтенка. А Германия, 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 Польша, 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 это как бы учтенка. Видимо, вот это вот как бы учтенка. То есть непонятно. А дальше ниже вот это вот все. Вот это вот как бы опять может не учтенка. Ну давайте вот приблизим. Вот наскладывали опять спайса. То есть как бы, а что? А и где? А где зарплата 5 миллионов в университете уборщицы, да? Ну, судя по этим масштабам. То есть вот Spice, 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 Spice Girls, Spice, 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 Spice. Тут Spice, 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 Spice. Ну, какой-нибудь, надо что-то поймать, какой-нибудь заводище какой-нибудь где-нибудь еще сейчас. Вот какой-нибудь. Спайсище какое-нибудь, вот спайсище хранилище, а нет, тут администрация, да? Где спайс хранилище какое-нибудь, крупное такое, пятно такое, чтобы... то есть, если завод размером с 2-3 Европы, а там население 500 миллионов, а здесь, грубо говоря, население, допустим, 140 миллионов, вот, у всего этого спайса, да, то как-то почему-то, мне кажется, в обратную сторону должны быть... Вот Нефтеюганск, да, где мэра убили, известные ребята, да, или на них повесили, за ноги привесили, то есть, как бы вот все новое хранилище, да, все видно, вся инфраструктура новая, все это размером, там еще кто-то был Барабинск, нефтехим, Барабинск добыча, еще что-то такое смешное, смешное такое. То есть, как бы, если вот это вот все размером завод, размером с черт знает что вообще, и почему-то пенсия 12 тысяч рублей. То есть зачем показывать дворцы какие-то? Какие-то эти дворцы дурачки показывают. И чё? Ну, дворец. В кино снимается сейчас там Миллеровский дворец. Он вот, бедный олигарх он снимался. Чё, плохо снимался, что ли? Нормально он снимался. Как бы... И вот это вот разбросано спрут. Я не могу найти. Где не... Хочу найти место без спрута, но не могу. Везде спрут. А вот везде. Инопланетяне дорожка, инопланетяне дорожка. Инопланетяне дорожка, инопланетяне дорожка. Вот оно, все актуальненько. Все, инопланетяне здесь и здесь. Все нормально, хорошо. Дырочка бурильно забурена, как говорится. Да? Ну вот, допустим, ну тоже. Ну тоже чье-то, тоже чье-то, да. Тоже какие-то емкости. Ну бесконечно просто. Теперь все, масштабы. Пошла уже там у нас 20-я минута шизофрении, наверное. Да, 20-я идет. Просто глаз алмаз. Просто у меня глаз алмаз. Вот они, инопланетяне. Вот. Вот. Везде, везде. Вот везде, 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 везде. Примерно смотрим масштабы этого пятна.
То есть масштабы этого пятна у нас. А, ну еще тут огромное. Вот это самое главное, второе, третье. То есть вот масштабы пятна. То есть это вот все вот это вот. И плюс вот это, и еще сюда, и сюда. Мы все разведывали, вот это пятно. А теперь смотрите. Теперь смотрите. То есть вот пусть Испания, грубо говоря, Португалия вот разместится вот здесь, да? Вот Франция, вся Германия и прочее разместится где-то вот здесь, да, еще кусочек. И наверх еще у нас был. Все остальные вот наверх, да? И мы еще никуда и не пошли. А тут как будто люди не живут, да? Тут как будто люди живут, а тут как будто люди. А зачем тут людям жить? Это инопланетяне везде, вот они. Прям мне смешно. На кресло собирают просто ребенку-инвалиду пентовые. То есть, ну, идиоты. Ну что, просто завод размером с две Европы. Завод. Инопланетяне собирают, значит, на кресло, а деньги через Роскосмос запускают, видимо, какой-то гигантской ракетой туда со спайсом. Это же все спайс. Но как бы это все спайс. Да, это все спайс. Значит, и почему-то от этого спайса ни черта нету ни у пенсионеров, ни, я не знаю. Ну, как бы, ну, лучше стало. У кого лучше? Вот у него лучше, у кого это? А это, кстати, вся. Все в одних руках спрутовских. То есть спрут держит спрут. Чего вы думаете? А чего вы думаете меня, так сказать? Кто вам еще правду скажет, что вот здесь спрут? Вы же сами посмотреть не можете, что тут дырочки, все. Вы думаете, не актуальненько? Вот они все стоят, вот чу-чу-чу-чу качается. Слышали звук? Это оно. Вот оно, откачка пошла. Спайсика, то есть как бы, а что они это не засекретили, что тут размер просто спрута, его видно с космоса, бешеный спрут, бешено-оптический, ненормально шизофреническое, бешено-гидравлический спрут, то есть все в этих емкостях спайса натырено. Слушай, ну, короче, качают с территории двух Европ завод, качают, все. Это исчезает, как будто инопланетяне качают. То есть это рептилоиды не качают, а мы в рабстве. Как бы в рабстве, потому что они почему-то спайс весь забирают вот с этого синего квадратика. Тоже весь спайс забрали куда-то себе. То есть пенсионеры ни хрена. 13 тысяч пенсия, 14 за квартиру. Там, знаете, как бы очень-то пиво 790 рублей в питерских ресторанах. Что такое вообще? У нас в Праге в самом дорогом 150. Что почему в 7 раз дороже вода стоит? Потому что инопланетяне забрали весь спайс. Да, весь спайс. Вот зимний спайс. Зимний спайс, зимний спайс. Вот еще один. Только тут начали. Только отсыпали, уже натыкали своих флакончиков, коробочек. Короче, натыкали просто вообще размер территории. Завод размером с два Евросоюза. Говорят, ничего, говорят, плохо, бюджет тяжело, говорят, пенсионерам, что дать им? Что мы им можем дать? Что мы вообще, зачем им? У нас 140 миллионов населения, в Европе живет полмиллиарда, а тут завод больше, чем две Европы. Ой. Вот они опять, что такое? Короче, мы что-нибудь, мы куда-нибудь уйдем, мы где-нибудь конец завода-то найдем этого. Так, значит, ничего не развивается, да? О, ну нефтянка, говорит, хорошо живет. Так, говорят, что хорошо, не то слово хорошо. У вас она вон из-под земли, значит, бьет. Из-под земли, значит, она у вас бьет. У нас вот ЮМАС, ямки. Вот сейчас покрутим, покрутим, покрутим. А, покрутим, значит, крутись, крутись, колесо разврата. А, крутись, крутись, это барабан, значит, что это у нас, колесо. Будем сейчас тыкать, короче, и примерно искать там, где нету, уже все, где нету спайса. Куда-нибудь, что не, почему не проявляется, засекретили спайс. Ладно, так, космос, 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 будем куда-нибудь тыкать на обум. Короче, Кандинское, это что, может, месторождение? Нет? Что это? Почему? Спайс есть? Есть спайс? Спайс есть. Короче, аккуратно. Вообще нельзя ткнуть, даже если делаем колесо фортуны, ткнуть, чтобы в спрут, значит, не попасть, у нас не получается. Он, как бы, это тяжелая задача, однако. Так, давайте уменьшим, я уже потерялся. Значит, где я тут? А, вот потерялся, нам нужно в другое место уже идти. Это вообще не там, он же черт знает где. У нас все, вот это, вот это, давайте. Пошли! Нету спайса!
Просто увеличили. Спайса, конечно, нет. Так, чё, нету спайса, увеличивает. Да, видимо, не попасть. Такой, короче, нет такого участка, чтобы попасть, чтобы не было спайса. Spice Girls везде. Так. И так, и так, и так. Ну, это какая-то вообще буква У, Х, У, У, И. И краткое. Заходим. И тут как... Вот тут вообще-то... Что это все новенькое, да? Значит, везде спайс. Тут даже вот они вот еще не подписали. Не-не-не-не-не. Нам уже давайте искать подписанное. Раз уж пошла такая... Ну вот под низом что-нибудь подпишут. Или здесь вот какой-нибудь Барабинск нефтехим какой-нибудь подпишут. Кто-нибудь подпишет свои залежи вот этого спайса, что ничего не подписано. Спайс есть, названий нет. Значит, спайс у нас есть, названий нет. Инопланетяне почему-то все это куда-то подзасекретили. Значит, кто-нибудь метку-то поставьте. Я там хан Батый, что-нибудь хотя бы. Воткните хотя бы опознавалку какую-нибудь. Кто здесь? Опять здесь что-то откачивают, короче. Ух, какая высокая. Уху, качают, хорошо. Ой, качаю. Такая дорога такая. Уж, все присосались. Так. То есть они откачивают, а оставить метки не хотят, значит, да. Ну, как-то это несерьезно, ребята. Дайте метку. Дайте, что, этого маркиза Карабаса, что добро такое. Метки нет, ни хрена. Так, альтернатива. Ну, давайте в альтернативу пойдем. Так, 2D, ну хочу 3D. Нет, хочу 2D, хочу 3D. Так, покрутись, покрутись. Хозяин местности отзовись. Никто ничего не хочет отзываться. Компас. Так, пошли дальше. Значит, все эти размером с дикие, просто вообще не знаю, что. Завод размером с Евросоюз, умноженный на 2, как бы, он везде. И нет такого места на этой территории, где нет этого завода. То есть это поразительная наглость, значит, инопланетная. Потому что сколько выкачивается в день, не знать. Они даже сами знать не могут, это невозможно это знать. Подпишись, вот эти емкости. Ну, кто-нибудь что-нибудь подпишет, никто ничего не хочет подписывать. Стерли в Гугле нахрен все, баллы какие-то оставили. Значит, а что мы, сколько там у нас уже? Ну, полчаса просто ищем место, где нету спайса. Одни инопланетяне. Так, тут они, значит, это. Так, давайте где как бы получше какая-то вот более такая приближая. Это зимняя. Зимнюю мы видели уже здесь. Так, нужно, чтобы что-то вот они приближали. И чтобы вырисовался там такой. Я и П. Павлов какой-нибудь, да. Или Чебуреченко какой-нибудь, или Сибибздятинка. Нет, опять что-то стоит огромное, стоит дорого. Значит, стоит дорого, потому что вот тут машинки, тут того. И не подписано. Ну, понятно, тут один РС, потом ГП и СРГ. То есть это понятно-то. Как бы не хотят обозначать. Все. Вот эти емкости просто все бесхозное. Иди за спрут бесхозный, идите забирайте. Не тут-то было. То есть выкачали, видимо, уже. Вот выкачали, видимо, все. Что все, денег нет, выкачали все. То есть все везде, как бы вот это вот все везде выкачали, а никому ничего не дали, и нигде ничего не осталось, что ли, или как? То есть как это, вот что вот это? Вот тут же что-то должно лежать. Почему нету этого в социалку не заложено? Почему вот отсюда, вот из этих труб, из этих в социалку не заложено? Никому не интересно. То есть инопланетяне выкачивают спайс, просто захватили все, вот так вот, захватили вот так вот, что вот так вот вам мало не покажется. И даже не подписывал. О, пошли базы, подписушкин. Ошечки пошли, понимаете, та-на-ни-на-на. Так, все это, ой, куда зашли? Ой, это же такой город целый построили, город целый. И название дали такое, чтобы никто не запомнил, и мы не будем. Мы не будем запоминать, просто как бы, ну вот, и рассказывают, говорят, нету мальчику, она от кресла инвалидное, говорят, ни чертушеньки, значит, нету, вот от него вот вниз, если в бок, вот сюда, и что будет здесь, ну, да то же самое, опять это все, не уйти от этого, спрут уже куда-то вообще просто везде. Просто везде.
Не, ну так нельзя, ну так нельзя. Просто полчаса искать, да. Полчаса искать на территории двух Евросоюзов, полчаса искать, где нету вот этих вот просто емкостей. Вы чё, в натуре, что ли, уже совсем? Как это вообще? То есть я вообще куда ушел? Космос, компас срочно. То есть я вообще уже ушел куда-то вправо. Куда-то вообще туда-сюда, туда-сюда ушел вправо, влево, куда? Ну что, просто приблизим опять? Опять болото, опять не инопланетянин, да. Везде инопланетяне, везде. Везде со своей неучтенкой. А такая точечка вроде маленькая, да? Какую-то вот точечку вроде, надо большую какую-то точечку посмотреть, раскопать. Вот взять какую-нибудь большую точечку вот и приблизить так, чтобы вот это вот прям вот точечка. Вот не вот то, что они хотят вот сейчас опять наделать здесь каких-то этих, да. В общем, не найдем. Не найдем мы нигде ничего, никакую маленькую точечку мы уже все понятно не найдем. Вопрос, что этот завод, сколько он вообще в день должен давать, если он больше, чем вся территория Евросоюза, прям вот вообще конкретно больше, он просто бесконечный везде, вот это вот, просто, от вот этому мы идем просто вот от вот этому к вот этому, от вот этому к вот этому, от вот этому к вот этому. Понимаете? Идем, 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 идем. Мальчику на кресло ищем. Да. Вот как только я найду пустое место без вот этого, без вот этого всего школа номер два, да, я сразу скажу, короче, вот в этом месте, вот в этом есть на кресло, вот в этом на кресло прям вот есть. Здесь что-то они так столько труб завезли. Просто столько наскладывают. Это же... Тут вот эта труба одна больше, чем, блядь, 100 кресел. Что? И что? Куда вот это? Что пошло? Вот это уже куда-то труба уже идет куда-то. Уходит такая рубленная. Все, и пошла, пошла. Это пошло. И пошло, пошло, пошло. И туда пошло, и сюда пошло, да? И, о, на новый спрут. На новый спрут уже в новом месте. Новый спрут в новом месте там, где они ждали. Просто там, где они ждали. Ну, в общем, я устал. Я устал, это мы уже куда зашли. Где этот уже спрут? Я вообще даже не знаю. Даже не понимаю уже, где он географически. О, тут прям вот это вот конкретика инопланетная. Вот до какой-то другой уже реки дошли. Конкретика инопланетная. Реку перешли, и значит, и продолжаем за рекой, и вообще куда-то все идем, и вот сюда, вот что тут не будет, слава богу. Фух, слава богу, не освоено. Значит, мы до сюда уже дошли, за реку перешли, а за реку перешли, так это мы уже из-за границы вот этого всего уже, вот этого выжили и вот сюда. Все, вот одна, значит, Европа, вторая Европа и третья, значит. Ну, тут нет, вот все, значит. Все, вот видите, вот он круг. Мы его вот так вот сделали, вот так вот этот круг покрутили. И где-то вот так вот, значит, круг покрутили. Это размер завода. Это размер Испания, Португалия, значит, Франция, Германия, Италия, наверное, размер завода, да. Очень жаль, что очень, очень, очень жаль.